Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео вы посмотрите цену на аккумуляторные шуруповерты LOM VOOM оранжевого цвета из магазина AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Вот кнопка «Посмотреть цену», нажимаем. Цены актуальны на 22 декабря 2018 года. Нас перебрасывает на магазинчик. И здесь вот такой разброс цены в долларах: $65.56 до $128.05. Значит, комплектаций получается аж 6 комплектаций. Почему такой разброс? Вот первая комплектация идет. Так она видит, 12-вольтовый получается. $65.56. Вторая комплектация, 2 батарея, $81.95. И также 12-вольтовый. Третья комплектация, 16-вольтовый. С одной батареей будет стоить $95.07. А четвертую нажмем. Вот две батареи 16-вольтовые будут стоить $113.10. И пятая комплектация 24-вольтовый с одним аккумулятором будет стоить $108.18. И 24-вольтовый с двумя батареями $128.05. Вот такая цена на такой гаджет. Ну, в Россию, как видим, бесплатно. Зайдем, проверим. Россия бесплатно. Я думаю, везде оно будет теперь бесплатно. Так. Россия. Украина. Бесплатно. Белоруссия. Бесплатно. И Казахстан. Казахстан. Бесплатная доставка в Казахстан также. Ну вот, да, серьезный гаджет, но и серьезные цены. Но решать это каждому индивидуально. Каждый смотрит на свой бюджет под своим углом. Так что вот я вам озвучил цену, а там решайте сами. Вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». И это просто вот удобный, даже если не шопинг, то мониторинг, я бы так сказал, всего инструмента, который есть. Да, в данный момент на Алиэкспрессе. Зашли, набрали название инструмента, вам выбило, вы все цены промониторили и можете сравнить цены у себя в офлайне. И решать, выгодно это, невыгодно покупать. Ну, там факторов много. Какой самый первый? Это время. Но второй может быть намного дешевле. И заказать можно прямо из дома. И доставят прямо вам непосредственно по адресу, ну, по месту жительства. Или на почтовое отделение. Вот все. Выгоды. Ну, решает каждый сам. И это дело индивидуальное.